Здравствуйте, меня зовут Мария Колокольникова, я старший преподаватель кафедры дефектологии. И сегодня я расскажу вам об уникальном проекте, который реализуется в нашем Институте образования и социальных наук. Этот проект носит название «Интерактивная площадка. Территория взаимопонимания». На этом проекте моделируются условия жизнедеятельности людей с различными видами инвалидностями. Мы с вами, обычные люди, можем прийти на эту площадку и попробовать себя в роли человека с различной инвалидностью. Этот проект позволяет людям, обычным таким, как мы, преодолевать психологические барьеры общения с людьми с инвалидностью. В заключение я бы хотела сказать, что выбранное мною направление очень многогранно, и я планирую развивать свои научные исследования в этой области.